Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Премьера фильма «Ржев» стартовала в России в декабре 2019 года. Роль Ротного сыграл Сергей Жарков. У представленного актера много интересных работ на отечественном телевидении, в театре и кино. Долгое время артист скрывал фото дочери и сына, однако потом он поделился информацией. Сам фильм очень понравился и зрителям, и критикам. Драма рассказывает о событиях, произошедших в 1942 году во время Ржевской битвы. За одно из сел развернулось отчаянное столкновение. После тяжелейшей схватки выжила только треть бойцов. От командования солдатам поступил приказ удержать деревню любой ценой. В создавшихся условиях этот приказ стал смертельным приговором для каждого бойца. Все прекрасно поняли, что не переживут следующие схватки с противостоящими силами противника. Вот только боевой дух бойцов от этого нисколько не упал. Наоборот, солдаты планируют защитить родину и сделать все возможное для приближения долгожданной победы. Интригу добавляет и прибытие в деревню лейтенанта НКВД. Офицер контрразведки подозревает одного из бойцов в предательстве. Кто-то передает врагу важную тактическую информацию, благодаря которой немцы и осуществляют наступление. Актер Сергей Жарков отметился не только в этой работе. Молодой человек сыграл и во многих других фильмах и сериалах. Личная жизнь артиста от журналистов скрыта завесой тайны. О супруге и детях Сергей предпочитает не распространяться. Доподлинно известно только то, что актер женат. Пара воспитывает дочь и сына. Второй ребенок появился на свет в 2015 году. Не так давно актер опубликовал фотографии своих детей. На снимках Жарков катает малышей на мотоцикле. А вот Лике сейчас уже 4 года. Подписчики отмечают, что девочка очень похожа на папу. Пользователи сети назвали фотографии семейства очень душевными и теплыми. Многие просто поблагодарили артиста за его роли в отечественных сериалах и кино. Публикацию восприняли довольно позитивно. Многие фанаты творчества артиста пожелали детям позитива и радости. Интересно, что в свободное время Сергей предпочитает активный отдых, играет в баскетбол, профессионально занимается верховой ездой, танцует в разных стилях от бальных танго и вальса до модерна и степа. Кроме того, как сообщают интернет-издания, актер с удовольствием поет, что неоднократно демонстрировал в театральных постановках. Добавим, что многие популярные актеры театра и кино предпочитают не распространяться о своей личной жизни. Такую закрытость можно понять. Жизнь знаменитости находится под прицелом камер журналистов. Люди стараются сохранить хоть какую-то приватность. Именно поэтому они и не спешат делиться своими семейными историями. Причем иногда известность родителей может негативно повлиять на их детей. Этот фактор тоже не стоит списывать со счетов. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Новости в мире». Странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.